And I would also want to say that they should tell you to get the feeling, not the thought, the feeling that whatever you do, you're not doing good. So sometimes, every day I go to the beach or walk in the South Center, and, okay, of course, I'm present, movement, but sometimes it's happening that this feeling comes, I'm not doing it. And I can see my body walking. Он просто говорит, что у него эта идея о том, что он ничего не делает. Иногда вот он идет, что-то делает, вдруг у него вот эта мысль, нет, я не делал, и он вдруг побац, и видит, как тело просто идет. А он... Сам дальше говорит, что там, типа, что, вот, что бы ни происходило, если бы позже... Это вот есть наблюдение, которое... Быть наблюдением, быть в настоящем моменте. Что тело там делает, что и тело ест, тело танцует, смотрит. И вдруг, да, вы наблюдаете, что о, тело гуляет, тело двигается. И когда вы настоящее действительно идете в это, вы вдруг чувствуете, что вы отделяетесь от тела. И когда ваш наблюдатель очень силен, очень в настоящем моменте, что вы видите, что тело идет, а вы отдельно, вы наблюдаете. Это очень хорошо. Это правильно. В такие моменты наблюдатель очень сильный, это очень хорошо. И вы можете наблюдать свое тело. Вы можете, что бы тело ни делало, вы просто наблюдаете. Тело смеется, наблюдаете. Вы, тело говорит, вы наблюдаете. Все бы, что вы ни делали, вы наблюдаете. Наблюдение дает вам понимание, что вы не тело, вы наблюдатель. Сначала вы начинаете смотреть свое тело, но потом, когда у вас наблюдатель становится больше, вы начинаете все больше и больше наблюдать, и потом вы все начинаете наблюдать. Вы становитесь прям как небеса. Как только, чем больше ваше внутреннее пространство становится больше и больше. Ну, хорошо, это хорошо, вот то, что я написал от мужчины. Однажды случится настоящее наблюдение. Хорошо. Сегодня у нас медитация, медитационный ретрит. Мы начинаем через полчаса здесь. Кто хочет делать, приходите сюда. Сегодня и завтра после сатсанга не будет медитации, только с кундалини медитация будет. Да, кто хочет, может делать кундалини. Кто не хочет делать ретрит. Но все, кто хочет присоединиться, может сделать сегодня. Сегодня у нас эмоциональное очищение. Самым первым вместе медитации должна быть медитация очищения наших негативных эмоций. Эти вот негативные эмоции затрудняют, мешают нам быть спокойными, тихими. И вот главное, наша ворота, наша работа – очистить эмоции. Когда эмоции очищены, мы начинаем сидеть, наслаждаться сидением. Вы просто сидите и наслаждаетесь. Но если у вас много эмоций, вы очень тяжело сидеть. Тело беспокоен, ум беспокоен, ощущения тоже беспокоены. И это не дает вам сидеть. Первая вещь, которая должна быть очищена, эмоции. И эти техники, и они очень сильные для очистки эмоций. Когда очищены эмоции, почти 80% работы сделано.
Then you invite them into this house, sitting inside. И после этого еще что-то там сделаете, у вас начнется медитация, вы просто сидеть будете. Если вы делаете медитацию, если вам тяжело сидеть час, вы должны делать активные медитации, кундалини там или много очень активных медитаций. Тело должно быть сначала очищено. И потом тело очищено, эмоции будут очищены. И тогда вы начнете наслаждаться. Если вы сидите, и ваши эмоции очищены, то вы тогда можете наблюдать мысли. Но если вы эмоционально вовлечены, то тяжело сидеть. Когда это уже закончится, вы будете думать, 10 минут прошло, когда уже, блин, закончится? Ну, я сидеть должен час, это же огромное время, никогда не закончится. Но если эмоции очищены, время проходит, вы можете сидеть просто, даже если он... Ну, он приходит, а вы просто наблюдаете. И тогда вы наблюдаете ум, вы наблюдаете мысли. И тогда эти мысли будут преобразованы в осознанность. Но вот он еще раз повторил, что мы, когда ваши мысли идут, а вы за ними не следуете, тогда эта энергия начинается в осознанность преобразовываться. И когда больше осознанности, у вас становится больше энергии конвертируется, и мысли меньше, и все. В один день все закончится. И вы попадаете в медитацию. Тогда наслаждайтесь сидением час, два. Вы, когда бы у вас время не было, вы просто садитесь и медитации. Закрыть глаза, и вы в центре. Наслаждайтесь. И когда вы наслаждаетесь собой, то вы наслаждаетесь другими. И когда все, что, куда бы ваша энергия ни пошла, что бы вы ни видели, вы наслаждаетесь. Если вы наслаждаетесь радостно, то все вокруг радостно. Если у вас внутри красота, и вы вокруг все красиво. Если вы красота. Сейчас вот мы будем это все делать. Мы сейчас музыку запускаем. Сейчас мы начинаем. Да, кто придет, мы немножко еще поговорим и потом начнем делать сессии.